Монета 2 рубля 2011 года, Российская Федерация. На реверсе монеты прописан номинал, крупная цифра 2, чуть смещенная влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «рубля». Слева внизу и справа растительный орнамент, по окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен знак Банка России в виде двуглавого орла с опущенными крыльями. Знак Банка России был утвержден для чеканки на монетах до того, как был утвержден герб Российской Федерации до 30 ноября 1993 года. Знак Банка России чеканился на современных российских монетах до 2016 года. Под геральдической левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены мелкие стилизованные буквы ММД, знак Московского монетного двора. Ниже полукругом надпись «Банк России», обозначение эмитента. Под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине указан год чеканки монеты, дата 2011. Над орлом полукругом выпуклыми буквами надпись 2 рубля, обозначение номинала и название денежной единицы. По окружности виден четко выраженный кант или буртик. Гурт монеты прерывисто рубчатый, всего 84 рифления. Они разделены на 12 равных участков. 12 участков с рубцами чередуются с 12 гладкими участками. Монеты изготовлены из стали с никелевым гальванопокрытием, магнитными свойствами обладает, липнет к магниту. Весит монета 5 грамм, диаметр 23 миллиметра, толщина 1,8 миллиметра. Чеканили монету на Московском монетном дворе, тираж неизвестен. Средняя цена монеты Московского монетного двора 2 рубля. Однако в коллекциях состоятельных коллекционеров есть монеты со знаком СПМД под лапой орла. Это знак Санкт-Петербургского монетного двора. Причина появления монет с монограммой СПМД точно неизвестна, но есть некоторые предположения. В 2010 году на Санкт-Петербургском монетном дворе готовились к чеканке монеты для массового оборота с датой 2011, но заказ от Центрального банка на их изготовление не последовало. Те монеты с датой 2011, что были отчеканены при опробовании новых, но не востребованных в дальнейшем штемпелей, положено было уничтожить, но каким-то образом около 10 комплектов уцелели. Сейчас сложно сказать о цене 2-рублевой монеты 2011 года выпуска с монограммой СПМД, но она явно будет выше 300 тысяч рублей. Ввиду того, что монет таких мало, о ее проходах на аукционах и реальных сделках ничего не известно. Монетные браки. Самый частый брак среди 2-рублевых монет 2011 года – это раскол штемпеля. Но из-за большого количества предложений стоимость даже полных расколов невелика. Максимальная стоимость на аукционах обычно не превышала 200 рублей. Вот подобный брак, раскол штемпеля на среднем рисунке. Значительные выкусы и смещения могут поднять коллекционную ценность до 1000 рублей. Вот такой брак. 2 рубля, отчеканенные на заготовке для монет номиналом 50 копеек. Первое время такие монеты пользовались спросом и продавались по 10-15 тысяч рублей. Но сейчас изготовление такого брака в кавычках поставлено на поток предприимчивыми дельцами с монетного двора. Интерес к ним и стоимость существенно упали.